Сохраняй рецепт батончиков Марс. Для карамели в сотейнике растапливаем сахар, добавляем мягкое сливочное масло, соль и быстро перемешиваем. Вливаем горячие сливки, перемешиваем и держим на огне пару минут. Даем полностью остыть. Для нуги в сотейнике соединяем сахар, воду и мед, доводим до кипения. Убавляем огонь и варим до 135 градусов. В отдельной емкости взбиваем белок и постепенно вводим наш сироп. Взбиваем до загустения, добавляем растопленный шоколад и снова взбиваем до загустения. Остывшая нуга будет похожа на тесто, формируем из нее прямоугольник. А чтобы карамель не стекала с нуги, лучше использовать форму с бортиками, либо обмотать края нуги пергаментной бумагой. Сверху выкладываем остывшую карамель и убираем в морозилку на ночь. После этого разрезаем на 8 батончиков и снова убираем в морозилку на 15 минут, а затем окунаем в растопленный шоколад. Выкладываем на ровную поверхность, застеленную пергаментной бумагой, и убираем в холодильник до застывания шоколада. Храним в холодильнике.